Привет, дорогие друзья! Это Хоббит-отшельник. Если вы спросите у меня, как я отношусь к Единой России, то я отвечу вам так. Я глубоко убежден, что партия «Единая Россия» — это партия жуликов и воров. И если вы думаете так же, то ставьте лайк. Кстати, смотрите, как у них припекло с пенсионным грабежом. Путин ведь никогда не выступал перед Россией с обращением, а в этот раз выступил, значит, запахло жареным. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленки тоже хочу дожить. Его поймали, арестовали, велели паспорт.